сейчас мы будем делать эксперимент. Правильно. А в чем состоит эксперимент? То, что мы можем сделать, чтобы обмазанная проводом черным железная палочка могла примагнитить вот этот слой к себе 5 скрепок. Металлические части, да? Да. То есть у нас получится настоящий электромагнит. Сейчас я их покажу. Вот они. Видите, 5 обычных скрепок. Нам нужен стержень для первого эксперимента. Да. Нам нужен провод, давай его выпрямим. И вот эти... Будешь наматывать? Давай я тебе начну наматывать. Вот батарейки, видите? Да. Ну сколько еще гуско? Ну сколько там осталось? Хочешь я доделаю? Ну, давай. Так, у нас есть некий лабораторный стенд. Да. Так, который выглядит вот таким образом. Нам нужно установить батарейки, которые будут питать наш электромагнит. Нет, сначала нам подключить. У нас вот есть такие специальные контакты. Да, мы не могли их выключить, нам пришлось так поставить. Да. Вот и мы. Я сам. Давай, включай. Значит, смотри, в первую очередь давай покажем, что у нас сейчас ничего не магнитится. Вот у нас лежит скрепка. Вот, смотри. Да. Электромагнит не работает. То есть видно, что скрепка. Ой, что скрепка не магнитится. А вот, если а теперь мы. Теперь ставим батарейки. Что это? Оружие не надо подправить. Ну да нет, оно хорошее. Все нормально. Вот так вот. Да, соблюдая полярность. Вот, молодец, все правильно сделал. Так, вот. Ну, как у нас? Вот. Так, где-то контакт плохо виден. Пока не работает. Давай проверим. А, вот здесь. Ага, плохой контакт найден, да? Чуть-чуть надо. Вот. А можно еще цепочкой поднять? Попробуй, давай. Только нужно. Заработал наш электромагнит. Стал великолепно магнитить даже цепочку. Целую цепочку из скрепок можно сделать, да? Это уже не хватает. А я могу ее сделать из скрепок без магнита. Но это уже будет другой эксперимент, правда? Так, ну вот первый час. Ну здравствуйте. Так, что нам надо в этом опыте получить с тобой? А? В прошлый раз у нас был электромагнит, а в этом иди сюда. В этом вертящаяся штука. Вертящаяся штука. Кольцо. Как называется вертящаяся штука? Кольцо. Кольцо понятно, а все вместе это же называется электродвигатель, да, настоящий. Электродвигатель вот. Будет. Мы доработали схему, теперь она стала гораздо безопаснее. Теперь у нас есть выключатель, который будет разрывать цепь. Да, сейчас вот. Есть. И есть лампочка, которая светодиод, которая будет предупреждает. Да, что включено и все работает. Дамы и господа, сейчас мы сделаем фокус, что кольцо может... Это не фокус, это эксперимент. Ну, эксперимент забыл.
Ну, кольцо может с помощью силового поля. Электромагнитного. Свертеться да так, что искры посыпятся. Да, молодец, хорошо сказал. Ну давай, точни его. Ну, работает, видишь, крутится. Не останавливается. Давай сделаем, чтобы понятнее было. Прям остановим и чуть-чуть посмотрим. Не надо, не выключай. Сейчас попробуем его качнуть, чтобы оно раскрутилось. Нет, подожди, не мешай сейчас. Раскрутится. Вот, видишь, начинает. Эх, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, никак. Работает, да? Здорово. Вот, раскрутилась наша электрическая машина. Да. Мотор. Вот, теперь можно провести следующий эксперимент, очень интересный. Ну, мотор. Можно выключить сейчас электричество, подождать, что она сама остановится. На магнитике, да. На магнитике. Вот. Теперь смотри. Осторожно возьмем магнит. Вытащим. Работает. И проведем следующий эксперимент. Давай, включай. И попробуй поднести. Не-не-не, надо качнуть сначала. Вот. Видишь? Когда ты убираешь магнит, она останавливается. Теперь поднеси. Вот. Она начинает опять сильно раскручиваться. Правильно? Почему так происходит? Потому что ток, который возникает в этой рамке, остановил. Откачнуть. Ну, не так сильно. Вот. Ток, который возникает в рамке, начинает отталкиваться от того поля, которое создает магнит. Как настоящий двигатель работает.